Вышли на раскоп. И что это за штучка? Папочка! Пяточек. Девочки приготовили. Так. Сегодня мы едем в деревню Тарханы на раскопки. Машина сломалась. Прокомментируйте. Спасибо, Юлия. Давайте еще комментарий. Спасибо, Юля. Ждем другую машину. Пересаживаемся. И едем к Тархану. Мы полностью под завязку. Оператор от Бога, да, когда это так? Здравствуйте, скажите пару слов. Да, 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 все отлично. Тарханы. Сейчас ставим палатки. Приехали на Тарханский острог. Здесь вот палатки. Палатки. Туалеты. Приехали в лагерь и сразу работать. Дмитрий размечает. Юлия помогает. Оп. Давай я тут уже пойду. И тигры у нас. Что делает Екатерина? Сели. Чесночок. Делаем кухонный гарнитур, чтобы ребята с раскопок пришли вот там и сказали: вау! Я вообще такая рада. Сейчас прошел ужин. Где мы вообще находимся? Где-то снимаешь? Для истории, да. Расскажи, он снимает сюжет. Ну, да. Ой, Ярковский район. Деревня Тархан рядом. А, здорово. Тарханский острог. Ага. Угу. А кто здесь был? Тарханский острог. Для чего это? Кто это по национальному признаку, да, какие-то, наверное, есть? Да, конечно. Это русский остров. А откуда они пришли? То есть кто им приказал? Есть информация там? Ну, основан был в 1628 году. Ага. Откуда пришли? Ну, наверное, пришли, потому что это нужно было. Нужен был укрепленный пункт между Ялуторовском и Тобольском для того, чтобы защищаться от степных, от степного населения, которое продолжало здесь быть, от кучумных бычей. Mm. Нужна была оборонительная линия, которая защищала бы Сыга. Mm. А, по легенде, здесь еще была Тахан-Кала, татарский городок, где жил татарский... Хан? Не хан, наверное... Наместник, типа. Ну, что-то типа наместника, да, который собирал... Калым. Собирал шкалик. Давайте-ка нам. Вот. Но потом здесь основали русский острог. Было около 40-50 человек первоначально жило. Ага. А потом меньше. Когда-то 30, когда-то 40, когда-то 50. А потом осталось 10. И когда их осталось 10, тогда-то его и разорили. Разорили. А потом построили новый. Недалеко от старого. Поэтому здесь было два острога. Один 17 века, другой 18 века. Так, а раскапывают 17 век? Считаю, что 17. А, то есть это предположительно? По находкам. По находкам. По находкам, да. А 18 век где он далеко? Чуть дальше. Чуть дальше на сколько? Да. А это сколько в наших-то? 18 метров где-то. А, 18 метров? Это же не так далеко, в принципе. Ну, сажень, вот же, да? Сажень 2 метра вроде бы, да, с чем-то. Ну, вот как-то вот так. Оса. От пальчика до пальчика. От пальчика до пальчика? Ну, наверное. И вот они мерили раз сажень, два сажень. Клали, короче, человека на земле, и он катился так. Да. Вот 8 лет, ну, в летописи написано, отступили 8 сажений и построили новый. На новом месте. А. А то сгорел. Захотелось им на новом местечке. Ну, нормально. В принципе... Ну, говорят, что типа на пепелище не строят, но это же... Откуда... Ну и неудобно, наверное, или ну, как? В Тюмени же не срабатывало это правило. В Тюмени засыпали глинкой и вперед. Сколько раз Тюмень не сгорало? Много. Ну, много раз. Больше трех, да? Больше трех. Ой, господи.
Закат. Это время после ужина. Говорят, будет холодно ночью. Немножко оделся. Так, вышли на Росков вечером. Татьяна, расскажите, пожалуйста, что это. Так, где же сняли? Делали зачистку. Вот видите? Гладенько. Зачистка. То есть это получается только один слой пока, да, снять? Да. Здесь начали снимать, но пошел сильный дождь, пока оставили. Сейчас тебя не видно все равно. В этом мире только мы одни. Ялта, август, и мы с тобою влюблены. Парус, в этом мире только мы одни. Ялта, август, и мы с тобою влюблены. 5 утра. Но еще было жарко, потому что я в спальнике, в шапке, в кофте, в нателке, в футболке и в палатке. 7 утра, подъем. Умылся, ополоснулся. 7:30, завтрак. Так, завтракаем. Молочная каша, чай. Это не каша, это суп. Как спалось? Нормально? Нормально. Дима? По тебе не скажешь. Вот, завтракаем. Итак, доделываем кухонный гарнитур. Дмитрий. Привет, привет. Привет, привет. Сейчас делается ложка-копалка. Ложка-мешалка. Мешалка длинная, чтобы такие ведра сувать. Да, правильно говорю? Да, чтобы можно было мешать. Но почему-то, потому что половниками неудобно, они для зачерпывания. Ага. А тут именно момент размешивания. Момент размешивания. Есть момент вращения, есть момент инерции, есть момент замешивания. У тебя нет носорог? Носорог, да? Да, вон у него рог торчит. Опа! Блин, прости! Что сегодня нашли в раскопе интересного до обеда? Это на чай. Да, как? Вот это на чай? Ну, наверное, я не знаю, я стирально просто... Стирально когда, гвоздочки. Надо... Так готовится полевая кухня. Очень интересно. Там кружки висят. Добрый вечер. Доброй ночи, наверное. Так, это моя вторая ночь на раскопках в Тараханском остроге. Поужинали, посидели долго у костра. Поболтали. Очень классные разговоры. Умные люди. Смешные истории. Все это время лил дождь. Начиная с обеда. Ой, с ужина.
Я думала, ты меня поняла. Так. Проснулись, позавтракали. Сейчас первый день полноценного раскопа. Посмотрим, как это все там устроено. А Юлия на машинке едет. Удобства все создает. Приближаемся к раскопу. Ребята работают. Ищут металлические находки металлоискателям. И что это за штучка? Пинпойнтер. Пинпойнтер? Просто пин. Просто народе просто пин. Он более точно показывает. Он на меньше буду показывать. Ну, более точно, да? То есть узкий диапазон. Поэтому прям вот непосредственно. Тоже на меньше. Отодвинем. Итак, что мы делаем на обеденном перерыве? Как на обеденном? Соней... Ну, пусть и обеденном. Соня делает радугу. Юля делает мандалу. Мандала, мандала. На, Татьяна. Так, да. Что делаешь? Кожу. Кожа. Вот это древний кожаный сапог? Тапок. Ботин, тапок. Тапочка! И она описывает его. Хотя я бы написал кожаный тапок, и все. Она и видит, сколько предложений, сколько туфля, слов. Туфля, тапок, сандаля, понимаешь, такая. Профессионал. Так, Вика, да? Да. Так, Вик, ну а ты что делаешь? А я это, делаю выкройку. По коже, да? Да. Нормально. Кто-то играет. Чилим, как можем. Скоро раскоп. Ребята и девчата закончили почти квадрат. Вот квадрат. До этих колышков. Сколько на сколько? 4 на 5, да? Да. 4 на 5 метров прямоугольник. Периметр зачищается. На какую толщину? Покажи, Юля. Одной. Да нет, высоту, глубину вот. Покажи. Однозначно так. Нет. Да. Что это? Маленький гвоздик, золотой крест, вот такой был, был. А принесут только сейчас маленький гвоздик. Нашли маленький гвоздик. Потом все зачищается вровень, что прям как зеркало было, штыковой лопатой. Да, Юля? А? Ну все, все. Итак, заканчивает этот квадрат. Момент. Последние капельки. Все, квадрат закончен? Да. Татьяна? Да. Официально объявляем, квадрат закончен. После обеда копаем. Косточка. Ну-ка покажи косточку. Это лопатка? Ну хрен ее знает. Телевидение. Копаем. Девчонки наравне с парнями кидают. Оп.
утра в лагерь. Такие расписные штучки есть. Сегодня на завтрак рисовая каша. Кипяточек девочки приготовили. Хлебушек режется. Режется. Нормально. Сегодня воскресенье, 10 июля, 20:40 по тюменскому времени. Только что зашел в квартиру. Безумно классная идея была. Классно, что меня пригласили туда. Классно, что приняли. Коллектив просто бомбезный. Ощущения незабываемые, воспоминания останутся у меня еще долго. Я там загорел, сгорел. Это